Прежде всего, я хочу сказать, что мы были друзьями на протяжении очень долгого времени. И однажды, когда мы с Кэрри были в баре в начале 2000-х, мы почему-то подумали, что не начать не создать нам коллектив. И мы связались с нашими друзьями, поговорили об этом. Все были очень заняты, каждый со своей группой, со своим проектом. Но мы решили, что мы можем это сделать. И Rockstar — это такой проект понемножку от каждой группы сквозь долгие годы. One thing I did want to say that's very important. Несмотря на то, что мы здесь находимся под именем группы Rockstar, на самом деле название нашего проекта — это Project Rock. Некоторое время назад мы поняли, что это представляется уже совершенно иначе, чем это было задумано изначально. Мы бы хотели просто прояснить, что изначально название — это именно Project Rock. From Hollywood, California, Project Rock, Rockstar! На многих концертных площадках, сейчас ездите по российским площадкам, в том числе там где-то не в столичных, не только в столичных городах. Как вам вообще тур по России и вот площадки где-то в российских, может быть, небольших городах, где вы бываете? I've been here before with Whitesnake and Dio. And we travel in Dio. We spent a whole month in Russia. Я не первый раз приезжаю в Россию. Я до этого был здесь с длительными концертами с Whitesnake и месяц давая концерты по всей России. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, Россия и США — две такие очень необыкновенные карты для... необыкновенные страны для того, чтобы давать концерты. И я считаю, что Россия — это огромный запас эмоций, страсти, фанатов, людей, которые слушают эту музыку. И я считаю, что Россия гораздо более продуктивна в плане давания концертов в данное время, чем США. Вот вы будете сейчас исполнять хиты не только тех групп, в которых вы когда-то принимали участие, каждый из вас. Сложно было договориться о покупке авторских прав на эти песни? Мы просто играем их. Это все песни из различных проектов, в которых вы когда-либо принимали участие, и мы ни у кого не спрашивали разрешения, мы их просто играем. Это все гениальные, легендарные, долго играющие хиты. We all just love to do this, so we feel lucky and we enjoy playing all these songs. Столкновения происходят каждый день, и мы периодически можем спорить об этом, но мы очень любим работать New вместе. New direction. Новое направление. No, it's one direction. One direction. Это одно направление. New kids on the block, I'm sorry.